Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня, ребята, поздоровайтесь. Ебать, что происходит? Сегодня, так, стартуй. Сегодня мы, короче, с тобой поиграем в режим новый, режим зомби. Это режим, который вы получили по секреточке, да. Вот, и здесь, короче, надо за зомби играть. Ты все поймешь, кратко говоря, мы убийца не должен убивать никого. Убийца должен всех заражать. Сокра вылетел, ну и ладно. Мы, короче говоря, обычные люди. Потом один из нас станет зомби. Тут переделаны текстуры. По-моему, это наши переделали, если я правильно понимаю. Это я. Вот, отлично, это переделали наши. Вот, и, короче, зомби появился. И теперь кто стал зомби? Я не знаю, он в правом чате. Я тоже стал уже. Короче, если к тебе подходит кто-то, то все. Понимаешь, то ты становишься зомби. И новенькие зомби становятся также игроками, они тоже начинают убивать. А задание надо выполнять, да? Да, хорошо. Мне кажется, надо меньше тасков поставить. Хорошо, мы разберемся с тасками. Все не в первый раз, не проблема. Ребят, пиздец! Когда ты становишься зомби, все твои таски сразу выполняются, и ты должен убивать. Блин, что-то надо реально поменьше тасков поставить, потому что это как-то слишком жестко. А что зомби какие быстрые? Я не знаю, почему-то у меня. И зомби должны быть, кстати, помедленнее. Ты можешь на это повлиять? Да, потому что. Нет, это стервер. Я понял. Ладно. Ну пока кто-то выживает, кстати говоря. Кто еще остался? Андрей, ты уже все? Я все, да, меня зажали, как крысы. Толпой. Да. О, я нашел последнего. Хорош. Не, ну за зомби довольно легко. Мне тут вообще не везет. Ни на зомби, ничего. Ну ладно. Вот теперь на большой карте реально выживать, по крайней мере. Но мне кажется, что зомби быстроватые. Вот такое есть ощущение. Мне кажется, это нельзя исправить. Ну да, это нельзя исправить, конечно. Потому что зомби, по идее, ну они ж как бы медленные такие, да. Тихо. Нет, не все, смотри, в каком фильме. Ну вообще, да, тоже, да. Это зомби. Зомби спидрайдеры, точняк. А кто зомби? Я не знаю. Кто зомби? Мне это кажется, зомби просто справа. Нет, слева. Бля, у меня задание очень противное. Аналогично. Ребят, давайте инфу, кстати говоря, где зомбари. Где-то. У меня идея. Нет, ребят. А вот это где? Зомби где-то, спасибо. Посередине. Да. Бля, какое дебильное задание. Зомби. Я все задание сделал. Качка. Я молодец. Блин. Хорошо. Так, в зданиях находиться вообще пиздец. Да ладно, серьезно. Бля, страшно. Зомби медленнее. Давайте зомби не могут говорить. Да. А, кстати говоря, можно попробовать таким макаром? Давайте будете просто. Так, надо задать. Вы задания все выполнили, ёбаный рот! Я остался! Мозги! Задание выполните, выжившие! Я закрыл! Отсюда нормально. О, хорош. Блядь, далеко бежать! Когда стрим? В смысле? Как меня, блядь? Вы охуели? Вы меня через дверь сделали зомби, нахуй! В смысле? Добро пожаловать в игры по Unity. Коллизии нету. А я знаю, где выжившие. Пойду съем. Иду. Спасибо за минус уши, конечно. Все для вас. Даже у Эндера нормально, типа, положим. Знаете, выходит такая толпа, значит, из обеззараженной, такой, типа, уворачивайся, меня не заметили. И потом последний зомби, что тебя потянуло? Алкоголь был продукт, потому что это был я. Давай дальше. Это был я здесь. Так. Ладно. Мы не знаем, кто Сокра. Почему ключи? Ёб твою мать! Неправда. Нормас.
Хорошо, так зомби не рядом, отлично, я все задания выполню сейчас. Сейчас все задания выполню. Твою мать, спасибо за задание просто, спасибо. Блядь, ну какая же ты тварь, а? Я даже тебя не увидал. Я тоже. Они в связи, они в связи. Оп, здорово. В смысле? А чё? Я не могу, все, я смог. Вентиляцией же можно пользоваться, да? Да, нет, да, нет, да, можно. Да? А, ну если убийца, да, наверное. Зомби не умеют. О, я кого-то превратил. Блин, я вообще не вижу даже, кого я превращаю, понимаешь? Я кого-то превратил. Я просто хожу и всех превращаю, я даже не вижу никого. Когда стрим? Ребят, я жив! Я жив, я живой! В смысле ты живой? Так, а где? А где ты? А, я нашел! О, здорово, я кого-то превратил! Я превратил, я так хорошо стоял, все проходили мимо. Серьезно? Я вообще не выиграл. В смысле? Ебан! Серьезно? Да, я вышел. Меня просто не нашли. Короче, ребята, рассказывают. Бежит такая толпа, я такой резко вниз и пробился в угол, они прошли, я такой... Нормально. Да ну бля-ля-ля! Ну чёрт, ну чёрт, 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 чёрт. Ох, чёрт, чёрт, чёрт. Бля, у меня опять дебильное задание. Что такое, Мирняна, ты? Нет, я говорю, что ты такой. Какая нехорошая ситуация, что я опять не зомби. Ну да, 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 как неудобно. Да Андрей, когда сабдей? Нихуя себе, Это я. Да в смысле, ты был далеко от меня? Андрей, я тебя не видел. Тут, короче, из-за пинга очень это... Беги, беги. Стой, я стой. Чё у меня появляется? Меня игра почему-то ведет к бутылке. Меня буквально игра ведет к бутылке. Что это было сейчас? Чё это сейчас? Вот здесь, кстати, тоже нормально врятся. Да в смысле? А, мы победили. Я хороший, я хороший зомби. Ребят, ребят, знаете, что сейчас было? Знаете панель управления? Меня до 100 раз сдается Саймон. Знаете, я... Мне было задание, где надо крутить эти штуки. Да, 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 они такие дебильные. Меня, бля, превратили в зомби на расстоянии. Я не знаю, в меня зомби плюнул, и я стал зомби. Это я понял, это из-за пинга, скорее всего. А, ну вот, вообще. Да ты еще не зомби. А, ты зомби? Зомби? Я зомби. А, понятно. Как... Да-да-да, взяли харкнули на стримера. Значит, можно. Ты не стример. Блядская скачка. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я поймал? Андрей! Быстрее! Насколько гениальная идея говорить, какое у тебя задание, когда с нами зомби. Ну вообще-то да. Правда. Я живой, я живой. Брейн мод. Ой, ребята. Ребята, пёрните, кто живой. Тихо-тихо-тихо. Я пёрнул, нормально. Задание выполнено, отлично. Ждём минуту, ждём минуту. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Минуту. Да как? А вот. Сука, опять плюнул в меня, тварь! Что ж вы такие там мрази плюетесь всегда? Верблюды, блядские зомби-говноеды! Вот это я понимаю, ты вернулся к записи. Знаете, как я сейчас выжил? Ребят, вы слышите? Знаете, как я сейчас выжил? Когда... О! Я зомби смотрю на камеры. Андрей, ребят,
что могу сказать, это, знаете, это настоящий зомбоящик. Да, да, да. Точняк. Вы видите, как у вас фигня эта, она не двигается, эти трещины. Последний живой, это я. Да, да, да. Да, никогда плохо. Забавно, если бы пинг был нормальный, то было бы вообще хорошо на самом деле. Ты знаешь, где мы живем. Если бы мы с Эндером умели писать такие же сервера, мы бы, наверное, бы... Ну да, да, да. Блин, Эндер, научись писать сервера, заебал. Жми. Я умею. Андрей, Андрей, почему все время ты спрашиваешь Эндера? Эндер, знаешь, такой рассказ, он спит, а ты ему 3 часа ночи. Ну чё, как там, проверили? Нет, не так, не так, не так, не так. Ты чё, ёбана? Вот так именно, это цитата. Я, короче, Эндеру написал разбираться с этой игрой, а потом я за ночь, он ничего не сделал, я ему ночью пишу. Ты чё, ёбана? И он... Понимаю. Прошло 3 часа, Андрей. Ребят, зомби в медицине, зомби в медицине. Ага, отлично. Мы наконец-то начали друг другу информировать. Да, спасибо за инфу, кстати, наконец-то. Блядь, нормально всё. Да, это вообще, да, я тебя вижу. Ты первый раз написал в 12 часов ночи, потом в 3 часа ночи. Бам-бам-бам-бам-бам. Штока, почему я, ладно. Бам. Побегай. Да блядь, ну как? Андрей. Андрей, добавь друзья. Андрей, когда новое видео? Нет, я опять последний. Зомби вообще победить невозможно, они такие сильные. Я уже... Задание сделайте, еще меньше 2 задания сделайте. Уберите длинное. Уберите длинное задание и сделайте 2 обычных. Да, да, да. Два коротких. Вообще 3. 3 коротких, нормально. Андрей, давай потом следующий вишен, который тебе писал. Не, но это не сегодня уже, не на этом видео. О чем вы, о чем вы? Бля, чертовы эти. Дед зараженный. Ты, блядь, серьезно, это по-твоему короткое задание, нахуй? Ебануться, тапки гнутся. Это по-твоему короткое задание, бля, игра, ты тупая, что ли? Беги сюда, беги! Я тебя все равно съем. Тихо. Так, ребят, зомби на улице, зомби электричество, Давайте. Теперь прятаться. Окей, главное не подходить на стрелу, и все. И нормально. Ликер, это я делал. Все, пошли, пойдем, брат. Где? Живем. Пойдем. Отлично, брат. Мы будем жить. Пойдем. Я первый, чтобы принять этот удар. А походу зомби проигрывают, парни! Брат! Последнее задание. Всё сделал. Молодец. Умница. Всё, готово. Убегай. Через дверь. Откройся. Пока. Да, блядь. Ебать тебя. Вот это твой гнилой рот. Ты чё? Это я перед тобой. Вот это Андрей добрый сейчас. Он всё добрый. Облава мэн ты. Всё, меня никто не найдёт. Что? Молодцы. Там один красный остался, он во время инфекции выиграл. Да, красный. Перед тем, как становишься красным. Ребят, перед тем, как умереть, я постепенно становился зомби. И доделал задание. Нет, ты просто... Ты просто проспиртованный, поэтому ты не почувствовал даже. Все правильно. Зомби. Бляя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 я
Так, 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 так. Сама бутылка из спирта.
Он просто муравьиный спирт. Нет! Это быстрое задание. Да, вот я тоже удивляюсь, что-то нихуя не быстрые. Андрей! Всегда можно понять, когда вермиада зомби. Так, тихо. Ребята, все за мной, чекаем все пролеты, чтобы знать, где они. Они были в центре. Привет! В смысле центр? Что такое центр? Это центр, как будто в магазине. Я бы сказал, но я не могу. Да ёбаный рот, что ж это страшно-то так? Я последний. Кто жив? Жрать мозги. Кто жив? Кто жив, ребят? В смысле? Я выжил. Красный. Угадайте, кто был красным. Правду. Красный Сус. Это был я. Это Дэп. Вообще, я был зомби. Подождите, вы тоже видите, какая сервер сейчас? Да. Там был круг сервер. Михаил? Отлично. Михаил. Подожди. Стой, ты живой или ты не настойка? Он живой, как не живой, сука. Я так и знал, что ты импостер. Живой, но не живой. Ребята, смысл, я контролирую. Ребят, импостер электрика, блядь, серьезно, сканирование это короткое задание. Сканирование, беги. Убегай. Отлично, спасибо. Я смотрю выше. Бежим! Съёбывай! Как? Что, через стену? Уральская магия. Сука, уральская магия! Как нахуй это происходит вообще? Это что за пинг называется? Цыганские шуточки. Что за цыганские шуточки? А где зомби-то? Люблю Джо-Джо. Коно Дио, да. Дио, ты любишь кабачки? Я да, я сам кабачок. Я выиграл! Да как? Как вы это делаете? Мне кажется, надо побольше за немного сделать. Немного. Шах и мат. Бля, да? Одно обычное хотя бы еще. Длинных не... мне кажется. Да, нормально. Это меньше, мне кажется. Полетели, нормально. Там даже интересное задание будет классное. Почему опять я? Ты импостер. Ты просто подозрительный, тупо по жизни. Ты себя в зеркало видел, ты, блядь, сам на зомби похож. Нет, убегай, он зомби. Стоп, что? А, вот я превратился. Офис, беги. Беги, офис. Да нет, Форест, а Короче, беги, облава. А где они? Электричество. Отлично. Так, я пипирку приставил там куда-то. Все, отлично, пошли дальше. Все, нормально. Помогите, пожалуйста. Сейчас задание выполним. Бежит импостер, он черный, красивый. Он, короче, окно. Он черный, красивый. Он, короче, окно. Пиздец, понятно, нахуй. Спасибо, папаша. Уходи. Не, хотя тут не очень. Я все задания выполнил. А потом мне прострелили колено. Нет. Ебать! Я говорю, это намного меньше заданий. Зачем вы так сделали? Я пожертвовал собой. Ради этого я пожертвовал собой. Герой. Почему Эндер нацист? Вы будете смеяться. Опять? Это опять я! Ну я говорю, ты похож на зомби просто в жизни. Да. Ну да, ты четвертый курс программирования, что ты хотел? Ну да, я же говорю. Ты примерно так же, если что. Да, я хотел сказать, как программист, я тебя просто понимаю. Итак, привет, я тебя тронул, да, ты стал зомби, молодец. О, я видел анимацию, Привет, я тебя тронул. Здравствуй просто.
Как Эндер знакомится с девушками? Привет, я тебя тронул. Привет, я тебя дотронул. Это как я примерно сегодня с фан разговаривал. Чекайте пролет, чекайте пролет. Так, все, вы где? Ой, то есть, где я? Кто я? Я все скажу, чекай пролет. Нет, налево. Так, нет, нам сюда не надо, Там идут, ликер, там идут, ликер. Окей. Не знаю, я пока живой, поэтому стримов не будет пока. Привет. Зачем? Так, ладно, ребята, все заткнулись, нахуй. Так, ребят, всем спасибо. На этом пока что все. Напишите в комментариях, хотите ли вы продолжение. Ребят, попрощайтесь. На этом все. Надеюсь, тебе понравилось. Лягушка ебаная, закрой свое в лицо, блядь! Вот, это хентай, если что. Кто? Я его, блядь, уничтожу. Все, на этом все, дорогие друзья. Всем пока. До скорого. Удачи.